Спасибо. Мы сейчас немного скрасим ваши вещи в серые темные тона. Почти. Thank you.
Спасибо. Вот, если кто-то нас не слышал, то мы просто обычно играли саксофонистку, вернее, она играла с нами, а теперь перестала. И поэтому у нас сегодня очень мало песен, и то они, может быть, не так шикарно, как могли бы быть, но мы постараемся сделать это лучше в будущем. Сыграем про дохлого котика. Надеюсь, она жива? Да. У нее муж головного мозга. А, как печально. Это вот эти мужики, блядь. Вообще, вот это я. Yeah.
жить.